Привет-привет! Вы на канале Lucky Family TV. И мы, ну и правда, сегодня мы не знаем, куда пойти, и мы идем в лавину. Мы идем в лавину, она где-то там далеко. Сейчас очень плохая погода. Какая-то метель. Ой, я прятаюсь как ежик. Что за игрушки? Что за игрушки? Да, тут мы нашли вот это. Ну, еще ролики по снизу, по бокам. И мы будем тут, может, что-то найдем. Мы нашли уже. Видите? Вот. Это какие-то. Что это? Какой-то покемон. Ну, какой-то такой бивок. Как вы дела? Какие красивые тигры. Кто хочет такого, ставьте лайк. Кто знает Драймана, ставьте лайк. Кто знает Драймана? Кто знает Драймана, ставьте лайк. Да. Это такой шар, которые какие-то нитки, и вода, и стакан такой, и в нем какая-то лавочка, там ее запустили, и плавает. Мы пришли к этой коробке, и в ней сюрприз. Та-да-да-дам! Бумажки. Мы уже пришли к свинье какой-то, вот свинина на суд. Вот Маша свинья, подушка в машине свинья, Маша в ней свиньи, ня-ня-ня. Кто это? Это какая-то птица. Орел и решка. Меня видно? Это рыбы. Это рыбы с костями, посмотрите. Это рыбы, у них нет шкурки, а от кости видно. Они прозрачные, класс. Ой, тут, смотрите, тут такие махотные рыбочки. Ой, какие черные. Черные рыбки. Как они называются? Не можешь прочитать? Дайте-ка. А где название? Ну, не знаю. А вот это какие-то... Ой, какая, как жаба. Мы уже пришли к самым интересным, к игрушкам. Ой, не работает. Ой, кошмар, какая-то уже представьте, какой вы дома, вы приходите, а там если отметили самое главное, каньона. Сейчас я проверю, как он там. Покажи хамелеона. Вот хамелеон, он чего-то меня не боится. Пау, пау. А тут какой-то, ну я бы показывал, да, этого хамелеона. Ой, этот хамелеон какой-то непугальчивый. Ребята, для кого выбрать, кролика или хамелеон? Они мне оба, ой, нравятся. Самому интересному, что тут есть. Та-да-да-да! Та-да-да-да! Вот, мы сейчас туда пойдем, а в магазин игрушек попозже. Магазин игрушек попозже? Ну да, попозже. А мы сначала пойдем туда. Мы идем в гардероб переодеться. Идем в гардероб. Сейчас я вам покажу мой любимый автоматик. И направо, направо, то есть очень долго идет. Я пошел. Это твой любимый.
Это не они. Вот. Фонтанчики, да? Смотри, какой красивый. Что тебе нравится? Кроме этих звезд ничего нет. Каких звезд? Смотри, какие игрушки. Вижу. Смотри, какие игрушки на елочке. Вижу. И что? А что это такое? Цветы. На экскаваторе или на эскалаторе? На экскаваторе. На экскаваторе? Ну, я такой. Ну, дал кафе. Смотрите, эти качки бывают на меню открыть. Как? Ну, не понимаю, это не столик. Ну, что будет? А вот нет картошки и хрень. Есть? Есть где? Сейчас закажем. Что ты будешь? Картошки, три, сок и Представляете, вот эти штуки, они могут пиляться. И что там? Теперь, ну, вы видите. Нет, что? Какая-то мыша. Теперь видим салфунью. Теперь опять же самое. Я сейчас найду еду. Какую еду найдешь? Это я не хочу. Не, ну я бургер точно не буду. Вот тебе принесли сок. Да, что я вот так могу. Вкусно. Нам тут пришло мое любимое блюдо. Картошка фри. Я сейчас попробую с этим каким-то жидкостью. Соусом, соусом. Соусом и просто так. Давай. Так. На не горячее попробуй. Да, нормально. Я помочу в этом вкусном красном кетчупе. Ну, вкусно. А вы любите картошку фри? Напишите в комментариях, любите или нет. Мы уже хорошо поели, и мы сейчас на лифте спустимся. Ну, и мы вам покажем уже, ну, это уже будет конец, будинок Играшу. Идем! Мы тоже. Ну что там за лифт? Ну, мы уже в лифте спускаемся вниз. Точно? Да. Теперь мы в будиночке. И тут уже, ну, мы вот это нашли. А что это? Вот этого робота, вот этот лифт. Ну и все, вот это вообще. Но мы идем к чему-то другому. Что тебе нравится? Ну, это нужно поискать. Вот это. Нравится? Вот это. Ну, мне не очень. Вот жуки, динозавры. И что это? Это такие чудики, надеваются на палец, и они звуки дают. А тут еще даже уже появились и динозавры. Так и что? Да. На палец одевать? Да, ну так само, как и всех этих звезд. Не вижу. А там самое интересное. А куда вы идете? Самое интересное. Идешь за мной? Это самое интересное? Да. Да нет, это не работает. А что ты? Мне игрушки больше всего понравились. Вот этот динозавр и вспомнил.
Точно? Ну да. Какой динозавр? Покажи. Ну, а кто это? Смотрите, мне он больше всего нравится. Ну, не только он. Тут мне еще сильно здоровенная упаковка. Вот это мне еще. Да, это Т-рекс? Да. Я мечтал его на день рождения. Хорошо, говорили. Это такой зверек, это я его помню в одном видео, смотри, его можешь тянуть как хочешь, вот так. Ну, он такой выглядит, и как он выглядит. И он не порвется? Не, никогда. Я его несу вот здесь. Здесь? Ага. Интересно. Сначала было много, а теперь одна осталась. А теперь мы пришли уже сквиш. Какие сквишики? Да. Какой твой любимый сквишик? Мне тут, по-моему, только нравится. И а тут еще есть курка. Можешь еще раз? Вот они жмёт. А это пицца? Нет, фу, не нравится. Не нравится пицца? А кто любимый твой? Монстр? А что это? Мини, вот это? Да. Это такие штуковины, их надо скрадывать, и мы можем уехать. А вот это, о чем я, правда, сначала не считала. Что, это человеческое тело? Ну, сейчас, я от страха. Класс, все падает. Я от страха трушусь. Так ничего не нужно. А это все тело человека. Тело? Да, еще были животные. Ну, правда, тут есть еще зеленые и фиолетовые. Но у меня синих вообще нету. Тебе нужны? Ну да. Синих у меня ноль. Ноль синего. И синий. А ребята играют такими? А вы, ребята, играете такими? Если да, ставьте лайк. Я устал, и вы устали, наверное, уже. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.